Всем привет, ребят. Сегодня, короче, я ездил в МТС узнать, какие скидки мне положены по этим купонам, которые мне отправили, сколько процентов скидки. И вот сейчас они мне дали вот такой листок, где все распечатано. И я понял, что, в принципе, мне у них покупать нечего. Знаете, мне не нужны никакие у них телефоны, мне не нужны никакие там наушники, которые они мне скидки предоставляли. Поэтому я хочу своим подписчикам дать эти купоны. Кто-то, кто первый их использует, тот, естественно, и получит скидку, да, а кто... Ну, потом уже будет пробовать потом использовать, у него уже не получится, потому что эти купоны, они действуют... Ух ты, дрифтер там. Дрифтер. Они действуют один раз всего лишь, то есть по ним можно купить один раз. Я дам скидку на наушники, на AirPods. Кто-то, может быть, себе купит эти AirPods, не знаю, может быть, кому-то они нужны. Я сейчас покажу код. Так, вот он, мой телефон. Сейчас покажу. Но для начала посмотрите, какие скидки идут по промокоду. Смотрите, вот если вы хотите купить, например, телефон Apple, у вас будет скидка всего 4%. Если вы хотите купить телефон Samsung, то скидка 5%. Если остальные бренды, то скидка 10%. Я сейчас хотел купить Alcatel, телефон Alcatel 1X, но потом передумал, и мне бы на него была скидка 10%, потому что это другой бренд считается. Можно купить планшеты также, и будут тоже разные скидки. В остальные группы размера скидки 10%. То есть аксессуары, как я понял, с 10% скидкой. Ну все, а теперь, собственно говоря, я дам вам код. Смотрите, первый код — это код на наушники. 3000 рублей. Я не знаю, какой здесь именно код, но, наверное, вот этот МТС-98П5М4. Или вот этот артикул. Ну, короче, вы потом сами. Это можно оформить на... в интернет-магазине только, по-моему, он мне сказал. То есть нельзя просто прийти в салон связи МТС и купить там наушники по этому коду. Нужно обязательно через интернет-магазин этот код оформлять. Это вот на наушники 3000, может быть, кому-то пригодится. Так, и второй код получается вот этот. 36 85 91 69 72 25. Этот код, это именно вот на эти товары. Здесь вы можете купить все, что захотите. Можете купить телефон, планшетный компьютер, либо аксессуары. Не знаю, может быть, кому-то пригодится, может быть, кому-то не пригодится. Лично мне не пригодился, поэтому я решил поделиться с вами. Может быть, кому-то доброе дело сделаю, и кто-то благодаря этому сэкономит какую-то определенную часть средств. Я-то думал, сейчас приеду, куплю какой-нибудь телефон с огромной скидкой, дадут мне 20% скидку, но, видите, не тут-то было. Если я покупаю Apple, то там вообще мизерная скидка, всего 4%. Выгоднее всего брать, короче, не Samsung, не Apple, потому что там скидка уже будет 10%. Ладно, ребят, всем пока, всем удачных покупок.